Команда КВН не за горами! Всем привет! На сцене команды, чей средний возраст примерно 20 лет. И то потому, что мужику слева от нас 28. Ну что, 1/4 ответственная игра. Ребят, кто что подготовил? Ребят, я вчера татуировку сделал. На плече втулку набил. Ну что там быстро смылось? Сережа у нас, кстати, работает ивент-ведущим. Вот вчера свадьбу вел, и конкурс был такой. Стоял две коробочки. В одну мы на мальчика собирали, во вторую на храм. И это, по-вашему, ивент-ведущий? И это мне гопник говорит. А, то есть я, по-твоему, похож на гопника, да? Да нет, он спортивки носит, потому что нет-нет, да и в больнице может оказаться. Ребят, у меня есть песня. Курлык-курлык поет голубь, гав-гав-гав орет собачка. Я верну тебе завтра сотку, поет маленькая крыса. Девушка, вот, в третьем иду. Да-да, вы. Вы знаете, что вам не идет с распущенными волосами? Вам идет именно со мной. Ну что, а теперь давайте разрядишь и полуюмористическую обойму. Поехали! Представьте, не детский случай на детской площадке. Ну, дядь, отдай! Да сейчас я его обиду и пойдешь свои классики дорисовывать. Случай на лестничной клетке. Так, по вашим показаниям, вы хотели убить человека из 43-й квартиры. Зачем убили человека из 72-й? Я перепутала. Думала, что любовь. Представьте, перемена в школе для ниндз. Так, по стенам не бегаем, мы сюрикенами тут не разбрасываемся. Дорогие друзья, как вы поняли, наша команда в тренде. Внимание на экран. Универка. Фотки классные. Это. А вот Бонифаций плохо. Итак, первый вопрос. Кто ты? Я Сергей, занимаюсь КВН в Липецке. Юра, тут что-то холодно. Продолжай. Не, так лучше, да. Что вы думаете насчет «Войны бесконечности»? Ну да, неплохой фильм. Мне понравилось. Липецк, основанный еще при Петре Первом, известен своей чудотворной водой. Только послушайте. Липецкая росинка не заплатила нам за рекламу ни копейки. Не покупайте их воду. А вот Ростелеком... Сергей, ваш пиджак теперь мой. Юрий будет, Юрий. Что вы делали сегодня утром? Проснулся, сходил умыться и пошел гулять с собакой. То есть ты против Путина, да? Юрий будет, Юрий. Сергей, напомню, ваши слова. В одну сыграем на мальчика, в другую на храм. Вы слово «девочка» заменили на храм. Вы сексист? Нет, я секс-вест. Юрий будет, Юрий. Итак, блиц-опрос. Ты меня любишь? Я люблю только маму. Правда ли, что от песен Эл-Джея дохнут все тараканы в доме? Еще Федук. На какой номер нужно послать СМС, чтобы активировать уголь в таблетках? Отмечают ли коты, падавшие с 5-го этажа? День удара. А можно пупок будет
сказать, если он развяжется? Клюет? Уезжают ли старые тараканы жить в деревню? Дудь будет Юрий. Юрий будет дуть, дуть. Дорогие друзья, в конце в КВНе принято говорить приятные слова. Ну и мы не исключение. Пюре, теплая постель, зарплата, Путин. А можно я тоже попробую? Кумыс, эльф, Путин. Команда КВН «Не за горами». Спасибо.